Здравствуйте, это Клондайк, Клондайк Андроид. Еще так много дней, сегодня 6 число, 6 февраля, а они уже готовятся. Лавка ко дню влюбленных открыта, показать. И, ой, подарок каждодневный. Я только зашла в игру, еще пока ничего не видела, ничего не знаю, смотрим все вместе. Итак, это нас не интересует, а что нас интересует? А где лавка? Лавка где? Так, остров, который был у нас временный, для меня он уже пройденный этап. Я прошла полностью все, забрала все подарки. Осталась еще, конечно, полоса удачи. Ну, удача – это хорошо. И нам, конечно, сейчас бы очень не мешало бы пособирать всю вот эту красоту. Но меня куда-то зовут, мужественно зовут. Я, кстати, когда выходила, была на первом месте. Ну, я больше, чем уверена, меня уже оттуда попросили, но давайте заценим рейтинг. Да? Ну, пока на первом. Ну, еще 17 часов, еще все может случиться. Ладно, меня звали куда, собственно говоря? В парк? Нет, в парк я не хочу. Я сейчас потрачу всю энергию, осталось тут немножко, это еще одно дерево. И домой сбегаю за энергией, потому что, ну, да я понимаю, что первое место это не так банально, не так это, ну, почему-то интересно, честно. Ну, хочется подарочек получить. Самое классное здесь это динамитик. Ну, все остальное, ну, такое. А динамитик это динамитик. Хочу динамит. Ой, 17 из 130 это еще ой-ой-ой сколько. Ну что, это два раза я, да, могу сыграть. Ну нет, три. Ой, у меня вообще была печалька, когда я могла сыграть сразу 30 раз. Вот это было, конечно, сильно. Я еще не разыгралась, я только села за комп. А у меня тут скорость. Я сейчас лаптей нахватаюсь, честное слово. И будет мне тут лаптевая терапия. Терапия лаптевая, ой. А лапти они любят хорошо подсовывать нам тут, понимаете ли. Только успевай прятаться от них. У меня было такое вчера, что я вообще не понимаю, как такого перепугу сразу два лаптя поймала, представляете? Один за одним. Так что тут лучше тише едешь, больше будет. Тут вроде как хочется быстро, но не всегда быстро значит хорошо. Так. Давайте хотя бы до 20 тысяч дойдем, что ли, если выйдет. Вот я опять его поймала. Вы представляете, какая жестокость, какая несправедливость. Взять вот такую нехорошую штуку, подсунуть, лапать. Рваный. Фу-фу. Я, конечно, сейчас верну эти очки, благодаря комбо, но могло быть и больше. Нет, у меня, кстати, на этой рыбалке в этот раз увеличился мой личный уже... порог, как говорится, первого места. Сейчас покажу. Ну, да, не сильно, но все-таки увеличился. Вот, 266, а было 247. Ну, так что я молодец. Тише едешь, дальше будешь. Стоп. Ага, сразу два. На выбор. Лаптя. Если сейчас лапать не поймают, то в этот раз должно быть, по идее, неплохо. Не, ну, конечно, рекорд никто не побьет. Но вообще картина обещает быть интересной. Да, 228. Сейчас за мультики еще раз сыграю. Конечно, можно попробовать на этом острове забрать еще уголь. Ну, если выйдет. Во-первых, он мне нужен. Да? Я закрада за вас. Почему я не видела эти задания? Блиц. Так. Две елки. Стоять, а где эти полные радости задания? А, внизу.
то без проблем. Ну, подарок так себе, ну ладно, может что-то будет получше. Смотрим дальше. Чего надо? Камни и кусты. Вперед. А можно нам камни поменьше? Например, какие-нибудь там 3-5 ударов. А на другом острове камни засчитаются? Много вопросов, да. Я тоже так думаю. Ну, ого, камни. Ладно, давайте рискнем. А вдруг? У нас есть остров, на котором есть камни и кусты. Попробуем. Появится? Нет, мы еще успеем вернуться. Беги, беги. Вот. Показать. Вот, и я о том же. 5 ударов. Мне ж так намного дольше энергии хватит. И еще разок. 3. Красота! Вперед. Так, что теперь? Кусты. Вперед. 8. Пять. Они еще показывают те, которые поменьше. Вообще красота. 8. А подарок какой? Ну, такой. Надеюсь, что потом когда-нибудь, может, что-то будет поярче. Еще не все. Еще 1. 8. Ладно, у меня все равно сейчас нету ни травы, ничего. Так, поехали. А следующий подарок что дадут? Ну, такое. Типа деревья, да? Любые деревья. Ну... 23. 23, а поменьше. Ага. А вы что предлагаете? Тоже 23. Ну ладно. 23, 23. Вот. Ну, подарок такое. Идем дальше. Сметана. 5 деревьев, что ли? Ага, 2. 23. 23. И на этой веселой ноте у нас заканчивается энергия. Вперед. Из песни. А что хотят? 2 камня. А, ну 2 камня, это мы еще могем. Представляете себе, если я с того острова не уехала, мне бы вообще не хватило, мне нашел. 15. А у меня 12. Дайте поменьше. Пожалуйста. Ого. Камень. В парке может быть маленький камень. Ну, как вариант. Хотя стоять надо было не в парк. Ладно, проехали. Долго будем ехать? Проехали. О, 3 удара. Это тот камень, который был нам нужен. И... Чего? 8. Аж 8. Навряд ли мы потянем. На этом острове нет. Едем опять в... А нет, не парк. Вот сюда. Вот тут он маленький стоять. Нет, не сюда. Надо было ехать на другой остров. Спорный вопрос. Тихо. Тут у нас вот подарочек. Да, 3 мне больше нравится. 3. Три давайте. 3. Будет дырочка. 3, 3, 3. Да ну. Ладно, подсказывай. Везде 5. Хорошо. Ладно, 5. 8 штук. Но не жадные.
и что-то я пропустила, любые объекты, вообще любые, 8 штук. 3. Ну, подарки меняются, видите? 3. И да, сейчас 2 4 4 4. Ай-яй-яй, еще 2 объекта, у меня только 5 энергии. Как все печально. 5 4. Да ладно, 3 нету, давайте 4. Осталось 3 минуты. Ой, побегу. Ой, не думаю, что у меня там найдется энергия, но я буду пытаться. Побежала за энергией. Сейчас вернемся, успеем, не успеем. Успеваем. 5. Ура. Ха. 2 камня. Там, ну, я так не играю. Я знаю, куда я иду. Торговая компания. У меня там должны быть маленькие камни. По-любому. Главное успеть загрузиться. Грузим, 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 не стесняемся. Итак, вперед. 3. Ой. Вперед. Тану. 15. А маленький камушек такой. Маленький, незаметный есть. 15 15 15. Что, не серьезно, что ли? Это камушек? Ага, кто его знает. Ладно, давайте еще раз нажмем, может, они передумают. Не дам я вам 56 энергии. До свидания. 15. Подарок так себе. Так, ага. Чего надобно? Камни, кусты. Кусты. Это ж куст. Ну да. И это куст. Нет, не куст. Да что ж такое? Да что вы мне тут чудите? Куст. Подарков хочу. Ой, так мало. Ой, жадные. 18. Так понимаю, елочки, да, сегодня палочки. Ели. Я не хочу 26. И 24 не хочу. 23 не хочу. А поменьше. 18. Есть. Ой, ты чего? Трава, цветы, камни. Во как. Четыре. Будем скромней, пожалуйста. 7 и 4. То прям, ну, совсем не скромно. 4. 2, например. Вот. Я понимаю. Подарок такое. 5 чего-нибудь. Трава у дома. 8 травы. 4. Это наша. Так. 2. 2. Это вообще нравится. 2 удара. Это что? 2. 2. Можно еще 2. Не хочу 4, хочу 2. Да что же они такие жадные? 2. Еще 2 раза. 2. Нет. 4, 4, 4. 2 давайте. 2. Подарок какой? Плохой.
Может, завязываем с этим всем? Четыре цветы камня. 15, 7. О, подарок. Тут еще цветок. 4 и 7. Ну, о, видите, как хорошо сюда зашла. Удачненько еще 4. Еще подарков получила дополнительных. Так, трава. Да потом поменяемся. Подарок. Трава. В общем, это можно делать до бесконечности. Видео будем заканчивать. Всем пока-пока. До новых встреч.